back when we get those things from the end of the table. So I think we're not going to want to do anything. А, ты зачем людей глупаешь? Копейку забрал у кого-то. Вот это та шоха, ну понял. Пошли, пошли, пошли. Ну, люди скажи, что делаешь? Ты же нахуй, это мой участок, блядь. Я тут яблоки выращиваю, сука, головки для вас пошли. Ничего, что делать? Все, повыше. Таю. Ты не поносил. Yeah.
Оп, все, у нас. Оп. Че, чувак, покатаемся, да? Домашний. Да, мешок только не одевай. Ты что, куда поедем? Чувак, транспортный канал включай. Я поболтаю чутка. Ты слышишь меня? Переключать канал умеешь? Нам это надоело. Вот. Вытащишь его потом. Спросишь, у него чувак, тебе такси не надо до города добраться. Вывози его в отель, бля. И чтоб выхода не было. У него пест есть, у нас пол есть. А как тут здоровье подключить? Здоровье? Иди, Ваня. Ты не сидишь, что тебе, чувак, такси надо? Че, чувак, давай, говори, куда поедем? Че ты там вообще покатаемся, че ты освоишь? Мерседес. Это не шок, это Мерседес. А ты тихо как-то разговариваешь, тебя слышно? Да, слышно, слышно. Ну, что ты молчишь? Он забрал? Он, я забрал, но не знаю, если там баг с телефоном, то он мне тоже сейчас пишет. Сейчас звоним, как, кстати, поэкспериментируем. Что тут можно, что тут нельзя. Сейчас сделаем. Ну, все функции. А ты его сейчас с машины вытащишь, он играл. Походу уже забыли. Чувак, ну ты бы хоть слово сказал бы. Что ты там бормочешь? Транспортный канал переключи. Транспортный канал, буква Ю, нажмите канал. Какой-то ты молчаливый, скучный. Ну что, останься. Надеюсь, пешок свой закрыт и оставишь. Ты его забери. Вот это вот самое сложное. Так, а прикольно, я чуть GPS у меня там. Да, хватит жить. Ориентироваться. Блядь. Да. Да.
бы съездил с тобой на персик. Малек раз говорил, ты видишь, персик всегда торговал. Ну только начинаешь. Я смотрю, там еще приятный для персик. Сейчас мы тут к нему друзей, сейчас тут скоро приедем. Напиши, выкинь его, скажи. Ты далеко не уходи, скажи, сейчас в компанию появится. Чувак, ты хоть сейчас хоть можешь говорить? Шама. Ну все, он как? Он сейчас освободится, если не попал. Я здесь смотрю тут, да? Да, лесям. А как ты решил? Почему я не ограбить, ничего не могу? А здесь мешок я не решил. Да не надо мешок одевать, по-моему, блядь. Вот если ты не отдыхай, так. Ладно, чувак, давай отдыхай. Тут скоро освободишься через минут 5 сам. Идти тут недалеко, конечно. Ну, постримаешь, как он освободится? Там у нас постоянно. Вот он бахает. Песики собрал. Так, что там, еще купили, да, за песики? Поехали. Заберем клиента. Стоит. С того ничего, никого не трогал, блядь. Яблоки собирался, блядь, на две шушки. Собрали, вывезли. Да, блядь. Пёха мудак ковылять, я ебу нахуй. Ну тут на машине реально заёбываю себе. А чё у тебя, Lexus там, джип или? Ну нет, такая же работа. Я вообще заебачку все. На джипах, наверное, блядь, на полноприводных тут, наверное, легче кататься. Такая же, блядь. Поехали, знаешь, куда? Ну, это все еще раз потом. Типа здесь. Защитник животных, один. Ну, черепах. А браконьерный чуть. Ладно, вот так. А опять череп. Что, черепаши, да, воровал? Ну, поехали, поехали. Найдешь, позвонишь. Я хоть у кого-то копейку, блядь, зап... Я даже не знаю, как это делать. Да
еду, в гопу ехать. Никого не в гопу, блин. А у тебя наручники остались? Тебе надо было конкретно их закупить, а вам? Нет, там нельзя закупать, потому что мне пенсии нельзя поймать, я не вижу вообще как это все. Тачка, ну, кусочки. Я успокоил. Я пока нас не буду. Следующий. Ты не говори ничего, почему? Вот так вот есть, просто общайся. Спокойно, не ждём. Как у тебя дела? Что там делаешь? Что как бизнес? Он еще и собирает наручники. Ты че, типа лопнул, что ли? Не, чувак, мне бабки не нужны. Твоем умеет. Что, на что, ушел что ли? Нет. Все, ты его посадил. А, лагает. Сейчас я тебе думаю, чувачку скажи, я пришел там один бедный. Обычно. И того тоже далеко не мог убежать. Рядом с ним дети остановились. Чувак, сейчас я тебя отвезу, когда у чувачку тебе скучно не будет. Чем вообще занимаешься? Транспортный канал, говори. Вася будет добавлен. Список разыскиваем. Мы же его бокать не понимаешь. А, вот это, федерального просил это. Болторез привезти, который просил. Что ты там отметь? Блин, я точно уже не помню, где тот чувак. На середину сайта не видно. Где-то здесь, на самом деле. Я точно не помню, где. Да и не туда, можно подруги. Чувак, ты бы хоть слово сказал бы. Как песик, вкусный был. Чего не молчаться? Я со всей душой к вам. Блять. Пиздец, ты все сломал? Только не говорите, что у меня ремки. Должны быть. А вот целый вот. Нет, там оно кольцо не было. Чего же? Молчи, сука. Джим, будешь молчать, вытащу нахуй мешок на голову надену. Чувак, будешь молчать, вытащу мешок на голову надену.
Транспортный канал, говори. Как ты видишь, что он говорит? А меня несет, они меня снесут. Песенка высоты, там где-то, там где-то, там. Чё, ну чё, блядь, на пузо теперь ещё сели? Ох, как некрасиво все получилось, что я, блядь, все могу. Вот ты утырок, блядь! Меняй профессию, олень! Вот чё, говорить научился, да? Я не знал, что текстуры такие крутые. О, кому-то там... Да, тут сзади, ладно, блин. Они, сука, сильные, тебе не скачал, блин. Вот сейчас у меня пишусь попродюсь, подумать, что это гонит. На три высадить. Вот теперь пизды пешком и думаю на своих поведениях. Как детская, блядь. Посмотришь себя в соцсетях потом утирать. Как это какой-то злой, матерился. Вежливо надо быть. Тебя же никто не грабит, деньги тебя никто не забирает. Просто катаемся. Видишь, какая природа. Наслаждайся. Просто где тот чувак, ну уже, блядь, ехали, ты не знаешь, куда. Нам не обязательно эту улицу искать. Тоже его, блядь, в центр куда-нибудь. Ну, где-то здесь все сходит. Я ему мешок на голову надену. Да не надо мешок делать. Чего он, блядь, не отрекает? Я здесь игроков. Он, наверное, блядь, респонулся, смотри. Не извлекается. Спасибо, ты ничего не вытащил. Пробуй это, ехай. Ты тут? Чувак, ты тут? Он вышел. Он все равно вышел уже, блин. Ладно, пускай со мной катается, блин. Нет, рыбы. Как ты его не видел? Не помню. Что там? Ну, песик там, да? А нет, вот все. Он же не убил. По-моему, там его здесь это сидели, да? Какую знаю, в каком направлении он потопал. Если он чувствуется, он уже освободился.
Так в том-то фигу, даже если игрок вышел из игры, его как бы перс остался, да? Оно обычно это, его можно вытащить. Ну. Почему я сейчас не могу? Извините, игрок. Сука. Власть, мразь, блядь. Как тебя вытащить? Я его сейчас застрелю там нахуй. Бля. Что, пойдем тачку я поставлю в гараж. Уже знаю, куда я живу с мешком на голове. Эх, парень, блядь. Пускай тут просто. Надо было ему мешок что-то надеть. Урод. Ты тут? Чувак, ты тут? Лагал еще жестко, блядь. В интернете не понял. Как убил. Димка сюда. Сам сыграл. Ну вот, сказать, что не упал, правда? Так, ты нахуй. Он в танках стал всем. Поджидают? Ну, возле персиков с солдатом кто-то там собирался. Собрание такое. А там две тачки стоят. Шестерочка и команды из пассажиров. Без детей. Здесь всех подряд. Сам подойди, скажи, блядь, помогите, скажи, засунул машину, высунуть не могу. Да.
Гражданин, вы меня слышите? Да, да. Гражданин. Да, слышу, слышу. Вы слышите меня? Да, да. Полиция аутер, сержант Бензин. Здравствуйте. Документик предъявите, пожалуйста. Показал? Гражданин, кто такой? Гражданин, диджей хочет. Давай угона. Три попытки угона. Какой угон? Чего? Ну вот у вас три попытки угона. Ого. Да, может баг какой-то? Можете пояснить, что это такое? Наверное, что-то штраф, да, платить какой-то? Да-да-да, штраф за это. А сколько? За одно покушение на угон транспортного средства 50 тысяч, в итоге 150 тысяч. Какое покушение чего? Покушение на угон. А, итого 150 тысяч, да? Ну давайте заплачу. Да-да-да. Вы готовы оплатить? Да-да, кидай. Вот так. Запомнил, сколько стоит людей воровать? 150 тысяч. Ну, быхало. Людей воровать. Я успел тачку. Нет, я тачку в гараж убрать. Больше не нарушайте. Ага. Спасибо. Можно идти? Это тот на бэхе, да, который у нас? Тихо, что ты орёшь? Да, это тот на бэхе, которого ты вывозил. Я буду. Пожалуйста, сам сам.